баскетболисты или нет. Ну, наверное, сейчас точно это, как Джордан сейчас залечу, да, и опа. Видно, не судьба мне быть баскетболистом. Привет, дорогие друзья, вы на канале Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Paint the Town Red. Давненько я в нее не играл, и в итоге решил все-таки вернуться. Итак, смотрите, что я вижу. Тут у нас какой-то полукруг из вот таких крутых чуваков, и посерединке тоже лежит чувак, и тут есть кнопочка. Давайте мы на нее нажмем, и в итоге наш чувак просто взял и загорелся. Это, конечно, странненько, но ладно, окей. Смотрите. Фишка в том, что наши вот эти противники, они никак не сагрились. Я думал, они сейчас будут убивать друг друга, а в итоге они стоят все на месте, как вкопанные. Ладно, окей. У нас вот есть еще один вот этот паренек. Он на нас смотрит и сидит на краю вот этой штучки. Но мы его трогать пока что не будем. Потом как-нибудь к нему вернемся. А пока что у нас тут есть. Тут у нас, смотрите, что тюремщик избивает копа. Поэтому давайте сейчас мы будем мочить вот этих тюремщиков огромных, да. И, наверное, еще вот как-то вот так надо сделать, да, чтобы нескольких чуваков сразу же протаранить. Конечно, фигово, что это не дробовик, да, потому что с дробашом было бы намного все лучше. И получай, чувак, получай, отличненько. Блин, вот смотрите, что-то их слишком много стало, они меня тут прям подпирают немного, и из-за этого я немножечко теряюсь. Ну ладно, сейчас мы с ними разобрались. Воу, хрена себе чувак влетел в меня, это просто жесть какая-то. И давайте тогда сейчас мы еще вот этих двоих убьем. А сюда, я думаю, реально попозже как-нибудь вернусь к вот этому кругу каких-то жертвенников и будем их мочить. Так, коп, получай, будут страдать все, и копы, и тюремщики вообще, все-все-все. Так, ну реально, это была какая-то тюрьма, только почему-то тут нету этих камер. Тут именно просто как бы окантовка сама тюремская, но камер нету, это странно. Так, все, отличненько, получил у нас чувачок. И тут у нас еще какая-то камера с огнем, да, но тут уже все чуваки померли, поэтому, наверное, тут все-таки киллы начали идти без моего ведома. И давайте дальше тогда идти. Тут у нас столовая, и мочим вот этих громил, да. Тут, в принципе, не так уж и долго мне это было сделать. Одного головы нету, второму снял скальпи, а третий просто тупо помер. Ладно, смотрите, тут у нас еще, кстати, голый чувак валяется. Чувак, ты че голый-то? Давайте-ка мы сейчас его это... Блин, хрена себе, это пушка мощная, да? Просто тупо ударил один раз, и все, у чуваков просто тупо слетает голова. Это, конечно, жесть. Так, зэк, получай. Получай еще раз по башке. Все, два удара. Достаточно двух ударов, и все, мои противники просто тупо умирают. Так, окей. Тут еще у нас какое-то избиение массовое происходит. Давайте сейчас мы тогда будем мочить вот эту громилу. Так, смотрите, и громилу. Просто все умирают со второго раза. Жалко, конечно, что вот эта штучка сломалась, и придется мне мочить вот этой катаны, мачете или что это такое, я не знаю. Просто тупо огромный меч. И окей, получайте, чувачки, получай. И что, все, больше никого нету. Да, смотрите, вроде бы всех убил. И мне интересно, смогу я закинуть мячик в сетку? Смотрите, может быть, я крутой баскетболист даже в игре, хотя я в жизни-то и не баскетболист. Так, пробуем. Так, ну, в принципе, окей, это было близко, но далеко. Еще раз. И, блин, смотрите, прям четко в меня отлетел. Давайте еще раз, третью попытку. Баскетболист я или нет? Ну, наверное, сейчас точно это, как Джордан сейчас залечу, да? И опа. Видно, не судьба мне быть баскетболистом, и давайте тогда хотя бы будем убийцей, будем всех убивать, короче, ходить. Так, ну, в принципе, стоп, я тут все комнатки обходил, да, все комнатки зачищены, кроме самой начальной, но даже это не комната, это уже открытая местность. Что ж, ребятки, идите-ка сюда, давайте сейчас мы будем вас мочить, я не знаю, если я одного убью, они все загрятся на меня. Да, смотрите, в принципе, так и оказалось. Блин, вот нравится мне то, что в этом уровне очень много вот этих огромных ножей, и это очень хорошо. Сейчас мы просто тупо возьмем и всех перемочим благодаря вот этой мачете. Так, окей, может быть, кого-нибудь я сагрю на огонь? Чувачки, идите на огонь. Давайте, 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 успейте, успейте. А, не, смотрите, они хитро, они обходят, так нечестно. Так, какое же мне оружие тогда взять? Смотрите, тут осталась какая-то табуретка, да, которая в два счета сломалась. Так, получай, получай, громила. Все, отличненько, минус громила, вроде бы. Так, теперь еще вот этого бородатого надо как-то замочить, да? Я вот эту сковородочку возьму и замочу его. Все, отличненько. Получай, громила. Блин, хочу убить вот этого чувачка, который сидит у нас, мечтает, да, на крыше. Именно Смитом. Хорошо, что я только что взял мачете, и сейчас они уже будут точно убиваемые, да? Получай, чувак. Смотрите, это какой-то перекачанный ниндзя, который китаец, да? Который очень мощный у нас, ребята, обычно. Так, иди сюда, ниндзя-китаец, перекачанный чувак. Получай по башке, получай. Блин, смотрите, какой же он сильный. Когда у него просто тупо голова-то оторвется от шеи, это капец. Так, может быть, еще какой-нибудь катанка есть? Нет, нету катанки. Но зато есть огромная вот эта штанга с блинами. Отличненько, получил. Сейчас мы еще
кинем, наверное, в него блинчик, да? Опа, получай, чувак. И грифом его добьем, да? Чувак, ну ты сдохнешь. Все, наконец-таки он готов. Естественно, вот в этого чувака я сейчас запунюсь. Не, нифига не умер. Ну, давайте тогда с Майтом его убьем, как я, в принципе, и хотел. И, чувак, получай. Все, наверное, он с первого удара убьется, да? Да, все, отличником готов. И в итоге мы прошли этот уровень за 5 минут 24 секунды. Окей, ну а мы приступаем к следующему, второму уровню. Ну а второй уровень называется Biker Disco Update. То есть это какой-то клуб байкеров и в итоге еще и обновлен, да? Смотрите, тут реально одни байкеры тусуются и почему-то пару зэков. Странненько, может быть это зэки... байкеры, я, может быть, что-то не знаю. Ну ладно, окей, что у нас тут? А тут у нас опять какое-то избиение происходит. Почему тут именно в этой игре избивают голых мужиков? Я вот этого не понимаю. Почему там не одетых, именно голых? Странно. Так, ну ладно, голый мужик, давай ты сейчас туда помрешь, чтобы тебя не избивали, да? В итоге еще одного минус дали. И смотрите, тут у нас какой чувак стоит, курит, да? Курение — это плохо. Получай, чувак, по башке. Все, отлично. О, смотрите, что я вижу. Просто замечательно. Давайте-ка, ребятки, смотрите, скопление, получайте, чувачки, просто все легли, и сейчас мы еще, наверное, да, кого-нибудь замочим. Вот, смотрите, тут у них как раз-таки дискотека происходит, во как чувак кружится, во какой молодец байкер, да, прикольно они танцуют, и тут еще как раз-таки какая-то рок-группа играет, да, только почему-то у них вокалиста нету, вон тут есть два гитариста, барабанщик, но почему-то вокалиста нету, это, конечно, странно. Так, ну давайте тогда мочить вот эту толпу невинную, да, потому что они просто стояли, танцевали, я их начал уже убивать. Конечно, жалко мне их, но это игра, тут ничего не поделаешь, да. И давайте сейчас мы вот какую-нибудь такую большую толпу сделаем и стрельнем в нее. Вот примерно вот так сейчас я сделаю, да, и мочим. Блин, ну в итоге пару чуваков только упало, к сожалению, да. Но сейчас мы будем прикладом всех мочить, отличненько. Килла 3 точно было. И смотрите, тут, по идее, должна была быть катана, но что-то я ее не вижу, может быть, ее кто-то украл. Не, в принципе, я ни у кого ее не вижу. И чё? Чё нам взять-то? Можно, в принципе, взять гитару и гитару всех мочить. Получай, чувак. Получай. Минус 2 гитары. И где ещё у нас какие-нибудь оружие-то? Я что-то оружие все потерял. Что мы сейчас сделаем? Сейчас я возьму, наверное, еще оружие какое-нибудь. Вот, допустим, опять топорик. Потому что что-то катану кто-то спер, кажется, тут. И мочим, мочим наших противников. Получайте, чувачки. Блин, вот опять громила. Опять мне придется очень долго убивать вот эту громилу. Все, отлично. Громила все-таки убит. Не так уж и долго это оказалось. И идем вот в этот бар, который тут у нас разливной, да. Сейчас будем тоже мочить наших чуваков. Блин, вот только подошел с оружием. В итоге все у нас пропало, да. Но смотрите, что я заметил. Тут у них прям под столом была катана. Охрененно. Вот это просто четко. Смотрите, что творится с лицами наших врагов. Просто жесть. От них практически ничего не остается, да, только скелет. Ну что, чуваки, может, вам полностью снять этот скальпель, да? Вот, смотрите, одному снял до конца. И тебе, чувак, тоже мне надо скальпель снять. Вот, смотрите, получается немного. И, чувак, получай. Получай. Мне надо снять твой скальпель. Получай. Блин, смотрите, все-таки не могу, не могу. У меня уже нету оружия. И, блин, тяжело, конечно, без оружия тут. Может быть, тут еще что-нибудь есть под столом, какая-нибудь катанка? Нет, к сожалению, нету. Тут вообще что-то слишком туго с оружием именно в этой местности. Не знаю, может быть, на втором этаже что-нибудь есть? Что у нас тут на втором этаже? Тут еще какие-то секьюрити стоят. И посмотрим, что у нас тут. А тут у нас тоже какой-то босс, который... Что он делает? Смотрите, у него тут дофига каких-то сюрикенов и денег, да? Ну, в принципе, больше у него тут ничего и нету. Так, босс. Я думаю, сейчас босс опять будет очень тяжелый, его будет очень тяжело убить, но надо как-то все-таки справляться. Так, смотрите, что я урвал. Я урвал нунчаки. Отлично. Было бы у нас две штуки нунчаки, были бы как черепашка-ниндзя Микеланджело. Было бы прикольно. Во, смотрите, что я нашел. Трость. Трость офигенная. Она вроде очень неплохая, но что-то тут... Она не особо мощная. Вот в предыдущей карте она была очень мощная. Хотя, смотрите, в принципе, наши враги очень сильно откидываются от нее. Это, конечно, хорошо. Окей, что я сейчас буду делать? Я сейчас буду зачищать все, что я вижу. Мне главное сейчас оружие какое-нибудь найти хорошенькое, да? Может быть, опять зайти в какой-нибудь офис главаря. Взял я нунчаки, и сейчас мы будем давать люлей с помощью нунчак, да? Отличненько, получай, чувак. Получай. Блин, смотрите, опять у нас вот этот босс, капец. Я вот на него потратил всю вот эту свою нунчаку. Капец, я еще и умер. К сожалению, я не убил 10 человек, чтобы мне пройти было полностью этот уровень. Но мы его разглядели и убили достаточно очень много человек. В принципе, прошли мы его за 8 минут, достаточно долго. В целом, он мне понравился. Если вы хотите больше этой игры, то, пожалуйста, поддержите меня лайком и комментарием, и своей активностью. С вами был Илюша, всем пока!